2-1. С таким счетом завершилась товарищеская встреча сборной Казахстана по футболу с командой Таджикистана. Игра проходила на центральном стадионе в Алматы. На 36-й минуте ворота соперников распечатал Бауржан Исламхан. Гости отыгрались только во втором тайме усилиями Фархода Тахирова. Однако уже через 6 минут Улан Кунысбаев снова вывел сборную Казахстана вперед, установив окончательный счет. Добавлю, сборная Казахстана занимает 127-е место в рейтинге ФИФА. Команды Таджикистана расположились на 3 позиции выше. Редактор